Сегодня Верховный суд республики рассмотрел ходатайство бывшего главы Верхнеуслонского района Александра Тимофеева. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима и потребовал вернуть 630 тысяч. Часть штрафа, который экс-чиновник должен был уплатить по одному из приговоров. Но позже зачли другой с отправкой в места лишения свободы. Раз так посчитал осужденный, то деньги, стало быть, потрачены зря. Нынешний вердикт гласит, указанную сумму на руки не получит. Зато снимут арест с имущества.